Добрый день! Прошу подписаться на канал и поставить лайк. Это будет для меня мотивация, что я не зря работаю. Заходим в запчасти. Шины. И вот. Здесь можно найти разные шины. Это название шины, цена, коротко написано, город, дата объявлений, сколько человек посмотрело, сколько добавили в избранное, чтобы не потеряли объявление. Заходим в фильтр. Можно по тексту искать. Например, на ваш автомобиль. Либо зимнюю можно написать, например. Либо летний. Выбираем регион. Можно галочку поставить, если вам нужна доставка. Например, смотрите. И сразу 9000 объявлений нет уже. Цена от и до можно. Тип. Летний, сезонный, зимний, шипованный. Профиль. Можно тоже выбрать. Диаметр можно выбрать. Наличие. Состояние. Вот. Можно сохранить в избранный этот параметр поиска. Нажимаем показать. Можно сортировать по старое объявление, по убыванию цен и по возрастанию. Вот, например. Объявление 150 тысяч. Марка. 150 тысяч, состояние новое, город Алма-Ата, тип зимний, размер, есть доставка, вот комментарий, цена на один баллон, только один колесо, и автор Persia Motors, а это, кстати, дилер. Йокогама, шины. Можете добавить в избранное, чтобы его не потерять. Вот. Зима. Состояние новое. Тип зимний. Размер. Есть состав. Шинный центр предлагает вам широкий ассортимент зимних шин по оптовым ценам. По техническим характеристикам шин Тренджел соответствует лучшим мировым стандартам. Объявление, Кайра. Это, походу, компания, да. Смотрите, аж 214 шин продают. Ставьте лайк, подписывайтесь. Я буду очень благодарен, если вы подпишетесь на канал. Благодарю за просмотр.